Всем привет, с вами Игромания, меня зовут Павел. И сегодня мы будем смотреть на Paragon, игру от Epic Games, насколько я помню, которая предлагает нам что-то вроде мобы, но только вместе с шутером. Или это шутер, или это мобы, или это RPG. Что это вообще такое? А вот, вот это все мы сейчас, сейчас узнаем. Пригласить в отряд. Паша, смотри, еще пристрастишься к моба-играм. Кстати, вот с этой игрой это возможно. Во всяком случае, для таких людей, как я, которые не трогали мобу вообще, то есть ходили, обходили стороной и не заглядывали в забор моба-сообщества, за забор моба-сообщества, для меня вот такие игры могут быть прям так, команда против игроков. Может быть, прям чем-то, что откроет, приоткроет дверь в этот мир моба-игр. Играй один. Ну, сейчас еще попробую. Просто один там, ну, совсем все такое, как-то все скучненько. Одному скучненько. Нет, нельзя постить линки. No, you can't post a link. Sorry. Павел, нет, не делай этого. Но в доту я вряд ли начну играть. После парагона вряд ли я начну играть в доту. Но кто знает, что может случиться. Случиться может все что угодно. Давай, игра, начинайся уже. Я уже хочу начать. Покажи сначала, а потом приглашай остальных. Да в чем проблема-то? Нет проблемы ни в чем. А в Steam игра есть, не подскажете? Да впишите всего-то раз. Всего 7 букв. И вы уже в поиске Стима нашли игру, если она там есть. Просто совсем одному играть, ну, реально скучновато. Поэтому я все-таки хочу, чтобы с командой, хотя мы все равно долго будем играть, но... О! Так, ожидание игроков. Еще трех игроков. Одного. Ждем одного. Давай. Давай, один игрок. Матч начинается. Присоединился один игрок. Я постараюсь... Нет, не получается. Ладно, сейчас. Чтобы... Оп. Оп. Так вот, все. Поехали. Вот так вот она выглядит внутри. То есть играется как шутер от первого, от третьего лица, точнее. Выглядит все симпатичненько. Бегает все хорошо, даже для беты. Обычно беты там слаботекстурные какие-то бывают. Я как профессиональный рак отправляюсь, естественно, на мид. Что мне еще делать? Вижу, вот там уже есть, там уже есть мобы. Я могу по ним начать стрелять, но это в этом нет смысла. А, так, сначала вкачаюсь. Как здесь происходит вкачка... То есть у вас есть 5 умений, да, 2 основных, типа стрелять и... точнее, изначально вам доступно только вот первое умение стрельбы. Вот. Зажимаете Ctrl, и у вас появляется меню, вы все сразу понимаете, все понятно. Что тут? Град стрел. Сбодрить. Пронзающий выстрел. Выпускает пронзающую стрелу. Отлично, беру пронзающую стрелу. Мне нравится. И... Так, там уже идет прям на левой стороне мочилова. Мы по центру, как и надо. Это не альфа, а бета уже. Бета, извините, бета. Оп. Я в своего выстрелил, да? Да. Тупанул, бывает. Так вот, почему эта игра... может вас привести однажды в мобу.
Потому что она спокойная. Смотрите, я спокойно хожу, спокойно целюсь. Так, на, стреляй, я стою, стреляю. Так, я пострелял. Отлично. Так, вот эту тетку. Стреляем в тетку. Тетка отходит. Все. Я все вижу, я все понимаю. Тут все так просто. Все довольно спокойно. Никто не носится. Не происходят какие-то безумные ульты. Хотя ульты тут, конечно, безумные. Вот, надо понять. Я понимаю, что вот башня. Мне надо мочить ей кристалл. Вот. Вот герой. Нет, не перекрывай меня. Вот герои. Герои на меня вовсю нападают. Так, я получил уровень. Пока не буду качаться. Я хочу центральный. А вот в центре, видите, справа... Справа внизу есть 5 таких квадратиков. Ой-ой-ой, меня сейчас... Это ваше умение. Центральное умение, которое на букву R, оно такое наиболее массивное. То есть это когда там камни из потолка летят, еще что-то. Я вот хочу его вкачать в первую очередь. На самом деле, долго долбить мышку не обязательно. Можно просто зажать ее и целиться в врага. Больше того, даже моментов, что... Тактический отход. Так, а что за ящичек? Крипов ласт хитить нужно для получения дополнительного опыта или денег? Вроде бы да. Ну, то есть я смотрю. Но из них, видите, из них выпадают шарики, которые влетают в меня. Типа очки. И вроде бы тот, кто убивает, тот эти шарики... Вот, смотрите, он сейчас убивает их, и он... Так, к нам идет. Идет. Так, ладно, прокачаю еще какое-нибудь умение. Град стрел. Мне нравится. Берем град стрел. Ну, то есть мобой. Паш, убавь немного звук игры. Окей, сейчас. Правда, она и так совсем тихо. Ну ладно. Но я, если что, этот стрим реклама. Нет, я просто в нее играю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Персонажи, с одной стороны, это, конечно, странно, что все персонажи двигаются, ну, супер медленно. То есть такое методичное постреливание каких-то врагов. Вот меня сейчас убьют. Убьют. Нет, не убили. Так, наконец-то я могу разблокировать центральное умение. И сейчас его сразу применить. Что это? А, это вот такое... Какие-то супер... Супер мощные выстрелы. А, я бью по периметру. Пока никак не можем мы по миду пройти. Не очень у нас получается. Конечно, я, наверное, не тот, не лучший персонаж для прохода через мид. Графика для моба игры неплохая. Я бы сказал, она очень даже хорошая. Но она же затянет и прощая реальность. Нет, не надо. Именно за счет того, что она довольно муторная. Ну, то есть это, ну, она муторная. Ну, то есть, вот, смотри, мой персонаж что-то как-то еле ходит. Что-то еле бегает. Что-то постреливает вяленько. Мы, видите, долбим этот мид уже черт знает сколько и никак не можем прорваться. Она вам, скорее всего, будет надоедать за день. То есть вы каточку закатали и устали, и пойдете в другую игру. То есть, я не знаю, мне кажется, что как с Дотой, где все довольно резвенько, быстренько, не получится. То есть это вообще игра для ознакомления с тем, что такое моба. Как она работает и зачем она... Так, давай, стрелы. Стрелы!
еще вам туда выстрелю. Надо бы прокачать. Ай, ай, шарик какой-то летел. О, к нам пришел. Вот, кстати, вы спрашивали, как атакует вот этот вот Стэн Стил, как вы его прозвали? Я забыл уже, как его зовут. Вот он здоровый, черт. И очень сильно, и очень больно бьет. Сейчас меня, походу, ушатают. Да, меня ушатали. Как тут насчет закупки предметов, как в Доте? Ну, я вот... Скрыть, показать недавний урон. Я вот не вижу, чтобы я мог что-то закупить. Может быть, я что-то неправильно делаю. Вот тут у меня 1, 2, 3, 4 есть. Так, сейчас вкачаю, подождите. Градстрел улучшу. Нажми на G. А что на G? У меня ничего не происходит на G. Может, у меня что-то не так с раскладкой, но на G у меня ничего не происходит. 9 очков у меня, да, я правда... Так, может быть, у меня на другой кнопке? Сейчас, подождите, надо проверить. Магазин карт, G. Ну вот ничего не происходит, не знаю. Возможно, надо было, когда я был... когда на базе будешь? Окей, иду на базу. Я не играл в мобы, я вам честно говорю. Я в мобы, то есть я знакомлюсь сейчас с миром мобы по способам через парагон. Вот, знакомство через парагон. Так, я пришел на базу. А, вот, все, отлично. Стартовая колода. Берем. Ключ сборщика. Зелье манны. Зелье здоровья. Бонус за полное улучшение. Физический урон. Амулет ветерана. Копье охотника разлома. Рассекатель ветра. Что бы взять себе? Ладно. Так. А почему так все? Ну пусть будет вот. Пусть будет зелье манны. Зелье здоровья. Что тут еще? Физический урон. Вот эту фигню какую-то непонятную. И это тоже сюда. И это тоже сюда. Все. Все, я все набрал. Да? А, блин, были еще улучшения. О, как все сложно. Рассекатель. Рана, физический урон. Я хочу что-нибудь другое взять. Вот хочу вот эту карту. Пусть будет тут. Нет, не могу взять, а место, может быть, вместо чего? А, место какое-то определенное я могу взять, понятно. Нет, не хочу. Да, сидеть в меню и выбирать какие-то обереги, конечно... Почему я не могу в третью... Что не так? Почему я не могу взять в третью что-то? Мне не хватает каких-то очков? А, очки карты, понятно. Все, разобрался. Очки карты. Это крутая карта. Это тоже крутая карта. Это так себе карта. Ладно, пусть будет так. Пусть будут вот эти карты. Пока больше утомляет, чем затягивает. Для людей, которые играли в мобы, скорее всего, это будет весьма... Ну, как...
уныленько, потому что персонажи двигаются довольно медленно, я бы сказал, не медленно, а спокойно. Это улучшение, а не карта. Ну, окей, все. Да. Короче, взяли смайт, улучшили графику. Поиграют в нее люди 2-3 месяца, и все. Может быть. О, я явно начал наносить больше урона, это хорошо. Так, надо уже башенку-то, на меду-то башенку надо. Выбивать. Град стрел, давай, град стрел. Сейчас прибегут. Так вот. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп, подходим. Больно, больно. Мобов, которые надо... Дотов, которые надо стрелять... Все перепутал. Дота, в который надо целиться. Ну или смайт, как вы любите. Там твои шары лежат. Мои шары прилетают ко мне сразу. Что там можно качнуть? Взбодрить не хочу вообще. Так, давайте башенку. Башенку ломаем. Ломаем башенку. Нам тут всякие башенки эти ваши не нужны. Как я хорошо туда опустился. Все, башенка, давай. Башенка, до свидания. Так, манна у меня уже кончается. Где у меня там мана? Я сейчас возьму так вот, бац. Пошла мана. Мана-мана. Пу-пу-бу-ру-бу. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ты делаешь? Что ж ты делаешь-то со мной? Сломали башенку. Проходим дальше. К следующей башенке проходим. Заряжай свой лук. Так. Так. Он... Давайте так. Ай! Мне прям по лицу. А маны-то нету? Маны-то у меня нету? Бейте его, парни, бейте! Бейте, он не из наших. Он из красных, бейте его. Так, сейчас походу лечить. Ну вот, что не очень прикольно в компьютерных врагах. То, что они просто прут на вас напролом, и все. И они не отступят, даже если нанесено прям очень много урона. То есть мне, например, интересно поиграть с настоящими игроками. Там, наверное, будет просто бадхёрт у меня, потому что они будут выносить меня. Так, давай башенку ломать. Чё мы как эти? Маны нету. Мана-мана, пу-пу-буру. Так, что, мана сожрать? А, нет, доступная, давай. Так, а где у нас? А, мы уже подходим почти. Там по всем флангам уже прорываемся. Так, сожрем маны. Чтобы... Ой-ой-ой-ой-ой. Вау! А чем она отличается от доты? Видом и концепцией, и тогда, а не игра. Ну это моба. Мобы есть мобы.
Давайте прыгать. Прыгать к базе врага. Мы почти пришли. Мы почти здесь. Мало ман. Это что там? Это что там у меня? Какой-то чувак с топорами к нам пришел и начинает рубить. В доте нельзя прыгать. Ой, что там было? Это тут все нормально. Мало манны. Ну давай еще манны задействуем, чтобы прям наступить. Какое количество игроков в команде? Что-то я туплю. Сейчас. 5? 5 на 5. Да, 5 на 5. Но у нас сейчас живых... Ой-ой-ой-ой, пришел ко мне какой-то чувак с топорами. Red Glucks. Ой, 2... Опасненько. Опасненько. По-моему, начались лаги. Да, меня шатает туда-сюда. Я вообще не понимаю, что происходит. Воу, я опять где-то не там оказался. Фух. Даже при том, что персонажи довольно медленно передвигаются, я все равно порой теряюсь, потому что очень много... Все красочное. Красивое. И очень временами буйная. Ну, по-моему, лаги начались. По-моему, явно... О, и дропы начались, да? У вас все нормально там? Стрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Походу, все начало лагать. Да, я так понимаю, что у всех там дудос. Убейте вашего провайдера. Да если бы он в мобу играл бы, можно было бы. Так, у нас получен запрос, но я не знаю, как его принять. Оу, нет, там нет. Так, что, закончился там дудос-то или не закончился? Дудос, прекрати. Ахаха, дудос, прекрати. Ой-ой-ой, смотрите, он вызвал. Вызвал что? У самого сердца начинается какой-то беспредел. Нам говорят назад. Назад. Окей, отхожу, отхожу. Обходи его, обходи. Ой, что творится? Так, пойду-ка я на ступенечки. На ступенечки пойду. Ой. Так, что еще? Лучше надо. Ой. Ай, меня пнули под зад. Давай, давай, гаси его. Так, ну-ка, сейчас мы на них там стрел-то накидаем. Давай, навались! Навались! Нагружает буфер. Победа! Я победил! Ура! Хе-хей! Я на один шаг ближе к мобе!
Что тут у меня? 12-й, 6, воу. Ну, вяленько я тут набивал. 6, там он, Шохес 20 человек, Декс Шадари вообще 21 набил. А, вот так вот. Вот так вот. Ну, чего, нравится моба. Ну, я сейчас еще раз сыграю. Надо попробовать нового персонажа. На карте синей башенки Харвестеры, в них опыт и ресурс. Спасибо за совет начинающему фанату Доты. Вот. Фанату мобы. Так. Это таблица. Матч окончен. Таблица. Итог. Продолжить. Что-то в профиле моем. А, набор карт. Открыть. Открываем набор карт. Что же я вижу? Яростный Хрона. Необычная ярость. Пробивание. Малое истощение. Бери гориллу с плазмоганом. Я хочу робота взять. Мне очень интересно, что за робот. Алмазное лезвие. А найти и уничтожить. Шикарно. Не знаю, что все это значит. Я все еще второго левела, так что я пока не могу с людьми. Так, так, запрос еще. Давай после парагона за Division. Не-не, после парагона мне надо обдумать мою будущую жизнь. Купить ли мне за 30 тысяч какие-нибудь шмотки в доте и начать нагибать всех? Ну, конечно же, нет. Колоды, герои, герои, колоды. Я хочу вот это вот Хвицера попробовать. Он мне просто внешне очень нравится. Как большой робот с пушками. То, что надо. Так, играть. С людьми можно с первого левела играть. Вот, видите, режим PvP открывается на третьем уровне в игре Парагон. Я только второй уровень. Так что, пока я могу только с командой против ИИ. Еще один матч придется провести с командой против ИИ, и тогда я смогу играть против реальных игроков. Так что, придется потерпеть Хвицера. Так, никто там больше не хочет присоединяться? Я могу кинуть, пригласить в отряд. Есть ли какие-то режимы здесь или тут пока один режим на данный момент? Нет, пока, как я понимаю, одна карта, один режим, стенка на стенку. То есть такой самый обычный моба-режим. Тут всего 13 перцев. Да, вот пока, которые вы видите, те доступны. Так, ну... Так, ладно, команда против... И больше не присоединились, не буду долго ждать. Зачем задерживать? Вот Альт играет за чувака с каким-то гранатометом или плазмометом. Ну, то есть это не автомат, если что, он стреляет одиночными выстрелами. И Ампир это как раз играет за чувака, который камни с небес пускает. Очень, очень стильный. И вот. Пофиг на робота с пушками, его пилотирует котейка Фурятина. Да это не котейка, это какая-то крыска, по-моему. Если это котейка, то я бы не хотел себе домой такую котейку. Фурик за рулем. Очень мало героев. Ну, пока терпимо, пока терпимо. Но я думаю, да, естественно, так как это всего лишь бета, добавлять персонажи, естественно, и будут. Меня пока что качается, не смогу принять. Ну, ничего, в следующий раз. Енот, вот. Нужно больше персонажей, нужна древесина, нужно больше золота. Нельзя сотворить здесь. Да, примерно все именно так. Сотворить здесь ничего нельзя. Что лучше, это или Overwatch? Ну, Overwatch не моба. Хотя в чем-то они, конечно, схожи, но во многом они различны. Поэтому даже не знаю, что ответить. В Overwatch надо понимать, как работают персонажи. И тут надо понимать, как работают персонажи.
Тут наверняка будут такие же фишки с дисбалансом, и если вы выбираете ненужного персонажа, у вас будут проблемы. Так что, ну, сложно, даже не собираюсь сравнивать и не вижу смысла сравнивать Overwatch как-то и Paragon. Ну, то есть, ну, сильно разные игры, вот. Overwatch лучше. Ну, знаете, вот на один балл, мне кажется... Да нет, вообще, какой один балл? Совершенно вообще разные игры. Так, а могу я карты купить? Стартовая колода, убийца, заклинатель. Давай стартовую колоду. У меня есть 3 очка, я могу взять одну. Давай улучшение лучше возьму, мне больше хочется большие улучшения. Манна, максимальное заклинание. Да пусть будет большое заклинание вот так. Нет, не могу взять? Не могу взять. Тогда я зелье манны возьму и все. И ключ сборщика. А, сварщик сборщика. Ладно, мне одной карты достаточно. Полетели. И я могу летать. Отлично. Мне уже нравится этот персонаж. Кстати, мы начали с другой стороны. Мы теперь... Да, мы начали с другой стороны. Если помните, дерево было с нашей стороны в тот раз. Мы оттуда начинали, а теперь начинаем отсюда. Мне нужна помощь. Уже лечу. Уже лечу. Так, надо какой-нибудь быстрая перезарядка. Наносит двойной урон. Граната замедления. Мне нравится вот так. Я лечу. Help jungle, please. Я на меду, ребята, на меду. Бух, большая ракета ушла. Так, нам уже лезет здоровый толстый черт. Мы будем стрелять по нему ракетами. Вот этот персонаж мне нравится. Он такой большой, толстый и может сразу по двум мобам наносить урон. Но тут надо стрелять на упреждение. Не уйдешь ты. Так, а не подскажите, где надо... Сказали, что где-то надо что-то кому-то сдавать, какие-то штуки. Я пока не очень понимаю, где. Иди. Со мной давай дуэль. Не трожь его. Отходит, гад. Отходит. Пытается бежать. Не, ну я промечу, вот, пытаюсь его догнать. Меня сейчас башня раздерет. В лесу на карте посмотри харвестеры. Пока нет сборщика, их надо строить. Dota 3. Да, Dota 3D, я бы так сказал. Только помедленнее. И со стрельбой. Способность не готова. Так, чтобы улучшить, чтобы... Пусть будет граната замедления. А, я могу еще что-то улучшить. Улучшаем. Ctrl и R нажми. А, это все, да. Я затупил. Это я уже все нажал. Так, нам лезет моб. Больно. Что вы наделали? Лучше бы они Fortnite доделали. Ну, говорят, Fortnite делают. Ну, то есть она в процессе создания. Вот. Во всяком случае, то, что я видел, выглядит очень даже вкусно.
Лети, мой верный робот. А что там наверху за шарик? Хочу посмотреть. Мне интересно. Прости стрим, но я хочу посмотреть, что это за шарик. Ничего, просто шарик. Мне нужна помощь. Так, я на меду уже ходил. Чё? Так, ну вот, альт пошел налево. Ну ладно, тогда я дальше продолжу ходить по меду. Паша, расскажи вообще смысл игры, как здесь все устроено. Вот там в конце, вон, видите, вот там вот. А что я делаю? Я что-то зарядил? А там в конце сердце базы вашего противника. Вот с той стороны сердце базы вашей. Вам надо не дать врагу разрушить ваше сердце, и надо, естественно... Так, давай. А, это граната была. И разрушить сердце базы противника. Есть 5 героев с вашей стороны и со стороны противника. Герои обладают всякими умениями. Вот я, например, видите, в каком-то эхо-костюме стреляю ракетами. А вот против нас здоровый чувак ставит щит. Вот. Это герои. Задача героев стараться провести армии. Вот видите, вот эти вот это миньончики, вот эти чувачочки, они вообще, ну, пушечное мясо. Вы на них фармите какие-то очки, которые я пока не очень понял, куда сдавать. Там какие-то харвестеры есть, но это я дальше пойму. Вот. Есть синенькие, это ваши, красненькие, это врага. Вы их ведете к башням. Они пушечное мясо, стреляют, давят массой, стреляют по башне. Есть башни. Башни наносят большой урон. Башни не пускают вас к сердцу базы врага. Вам надо потихоньку вести вашу армию, вот этих вот миньончиков, как бы помогая им... Так, надо вкачать основное умение. Щит. Помогая им своими способностями, так как вы герои, у вас есть крутые способности, а у них нет, вы посмотрите на них. Они им очень маленькие, стреляют какими-то лазерами, ну, в общем, солдафоны. У меня есть большие ракеты, и я могу им помогать продвигаться вперед. Видите, мы сломали башню, и мы продвигаемся ближе к... Вон оно там, сердце базы врага. В данном случае там кристалл. Так, а я, кстати, что-то умею. Что это? Я не знаю, что это. А, я пускаю ракеты. Шикарно. Ракеты всем, пацаны. Вот. В общем, и вот так вот постепенно, медленно, используя свои умения, используя тактику, надо думать там, вот как против какого врага что использовать, вот это все. Какие есть бойцы в вашем отряде, какие... Давай, используй ракету. Какие есть бойцы у них в отряде, там... А что он, куда он убежал? Все, убежал? Нет, возвращается. Оп. Отходим. Надо пробиваться к сердцу базы врага и в конечном счете разрушить сердце. Бум! Не уйдешь, сволочь! Ускорение! Ускорение. Черт, уходит, сволочь. Ушел, сволочь. Ушел. Вернись, где воскрес. Ну, сейчас меня, походу, ушатает вот этот вот чувачочек. И я смогу вернуться. А, нет, может, даже не ушатает. Какую фигню ты вызвал? Вернись, где воскрес, и нажми G. Сейчас меня ушатают, и я вернусь туда. Даже долго идти очень. Ну, мне лень. Мне проще сдохнуть и вернуться. Ctrl-R. Да. Сейчас все улучшим. Ракеты и ПКМ. Хотя я вообще не пользуюсь ПКМом, ну ладно. Оп. Нападение с фланга. Вот, меня уничтожили.
есть телепорт, нажми Б. Да, есть телепорт. Я не знал. Отлично, теперь я буду знать. Спасибо за совет, то, что есть Б и телепорт. Мы все равно почти добрались до их сердца. Дизейблы, станы, хексы, стайлотс есть. Шмот тоже по частям собирается, как в доте, или его можно вообще... Или его, может, вообще нет. Есть карты, вот смотрите. Ну вот, улучшения и карты, вот такие вот штучки. У меня есть 12 очков. Я почему-то не могу взять улучшение. Я не знаю, почему. Так, и у меня опять сломалось. Оп. Опять сломался. Что ж такое-то? Оп. Так. Я туплю сильно и не понимаю, почему я не могу взять улучшение. Что с ними не так? Так. Уберег мага. Маятник. Пусть будет маятник. Посох. Как-то так. Ну и зелье здоровья на всякий случай, но вряд ли он мне пригодится. Так. Перетяни на пустой слот. Да я пробовал, что-то не получилось. Но я протупил, наверное. Ну, это нормально. То, что я протупил, это ок. Все первый раз тупят. Ну, смотрите, какие быки порутся. КС в доте. Да, типа того. Лети. Так, что-то вы отступаете, ребятки. Я пришел! Бум! Ой, меня тут подожгли. Где? Я видел тебя, женщина. Замедляющий... Ну вот вы спрашивали про станы. Вот я кинул замедляющие ракеты, например. Где? Я не вижу. Ой! Как быстро меня взорвали-то. Не ожидал такого исхода. У тебя шмотки с дырками. Может, теперь купится улучшение? Сейчас еще раз попробую. Сейчас попробую выкинуть ненужное и закинуть нужное. Вот так вот. Улучшение. Так, выбираю сюда. Не, оно вообще ни в одну ячейку не идет. Так, окей, если я выброшу все, допустим. Улучшение. В общем, не идет. Не идет. Я не понимаю, почему. Видимо, что-то я делаю неправильно. В общем, возвращаю все как есть. О, ну да, да, я тупанул, да. Их же нельзя, да, брать еще раз. С первого карта надо взять, потом... Понятно. В жопу карты, короче. Я чё, в дурака, что ли, пришел играть? Улучшение для карт, в которых нужны ячейки, да. Да. В которых есть ячейки, да. Логично. Теперь все логично. Если удалять карту, она исчезает. Тоже вполне логично. Я, в принципе, так и думал. Так, там очень большое скопление... Это что такое? Очень большое скопление героев. Сейчас мы им
Устроим бабах! Мне тоже бабах устроили, походу. Как-то они дерзко дерутся. Так, надо отходить, надо отходить. Ой, 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 больно. Так, 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 нас начинают поджимать. Ох, битва началась тяжелая. Как тебе игра, Паша? Что-нибудь понятно вообще? Да, мне понятно больше, чем мне было понятно в Доте. Вот. То есть, когда я смотрел на Доту, я такой, что? Куда он двигается так быстро? Что он сейчас использовал? Откуда у него это? Что происходит? Почему все так мелькает? Почему он рубит лес? Откуда эти мобы? Что происходит? А тут такой, что происходит? Что это за карты? Давайте попробуем прокачать. Я вот хочу... Так. Вот эту карту. Минус 3 очка. Куда еще могу? Не могу никуда. Вот эту. Все, отлично. Я счастлив. Я счастлив, счастлив, счастлив. Говорят, Б можно телепортироваться куда-то. Куда? О, я куда-то теле... Что? Что ты делаешь? Что ты делаешь? А, это я телепортировался на базу. Окей, проверил, как работает телепорт. Нет, в целом, конечно, здесь в разы все проще, потому что не так много персонажей. Вам все поясняется, вот там... Так, что я могу улучшить? Пушку улучшу. Понятно, на какие кнопки жать. Более-менее понятно, что будет происходить, когда вы на их нажмете. То есть порой так сидишь, нажму-ка я кнопку 5, и такой... Такой, что сейчас было? Что произошло? Ты не понимаешь. А тут такой, где сейчас мобы все сейчас с этой стороны? Кстати, я пойду с другой стороны, я тут... Альфа-контент. Что? Что это такое? Что? Альфа-контент. Окей. Окей, альфа-контент. До свидания. Еще альфа-контент. Короче, какие-то дровосеки, которых... Это что такое? Это какое-то... Какая-то лужа невидимости. Короче, я в луже невидимости. Так, а тут я такой нажимаю... Короче, нажимаю такой R, и такой бах! И ракеты полетели! А потом нажимаю такой Q, и еще ракеты полетели. А потом нажимаю такой левую кнопку мыши, и еще полетели ракеты. И я такой, я все понял. Я все прекрасно понял. Мне все понятно. Так, вот эту... Бабеньку надо. Бабенька, получи ракетку. Двигаемся дальше. Эпик. Привет, это альфа или уже покупать надо, чтобы пошпилить? Это бета вроде, не альфа, а бета или альфа, или бета. Кто-то говорит одно, кто-то другое. Но да, ее надо покупать, в данный момент ее надо покупать, чтобы пошпилить. Самый дешевый вариант, как я читал в наших замечательных комментиках, 799 рублей. Ну там пакет какой-то вы покупаете из Ашана с продуктами, и вам игра еще в комплекте прилетает. Голос комментатора прям ужас. Да ладно, почему? Эпик? Эпик. По-моему, отлично. Да повышай же. Да не хочу. Не хочу. Почему вы принуждаете меня к повышению? Сейчас гранат вам набросаю. Вот так вот. Мне не помогли мои гранаты. Я сам в них наступил. Это бета Early Access.
Так. По периметру! У всех бомбануло. Бомбанули все. У меня в первую очередь. Ракету еще вам в сердце. Гранатки. Так, мне еще сзади там кто-то прижал. А, нет, это свои, отлично. Свои. Свои это хорошо. Оу! One shot, one kill мне сделали. Окей, окей. Выглядит поинтереснее смайт. Ну, мнения расходятся. Я вот в смайт не играл. Надо будет однажды, кстати, постримить. Может быть, даже на PlayStation 4. Потому что она там же вроде где-то недавно чего-то там релизнулась как-то так. Вот, и надо попробовать. Порт B. Но я не собирался портироваться. Сейчас мне надо дождаться, пока я за это. Классный выстрел. Я такой же хочу. Можно мне такой же? Где такой же купить? Так, ну у меня есть очки, давай еще улучшение всыплю. Только я уже, видимо, не могу вкачивать. Да. Ладно, возьму оберег и улучшу его, например. Нет, не могу. Нет. Нет. Или я опять что-то делаю не так? А, у меня больше нет очков, ладно. Выруби комментатора. Ну да, немножко подбешивает. Ну, нормально. Ладно, разблокирую мину. Посмотрю, как она работает. В последние секунды. Ядро там уже страдает. Ядро врага страдает. Все, ядро врага разбито. Так вот, красиво взрывается. И убил всего троих. Вот, смотрите, Official Paragon Bot вкидывает ключик. Что я сотворил? Я добился третьего уровня и добился первого уровня Ховитцера. Открыть дань. Повышение репутации, 10 побед, усиление. Окей. Продолжить. А, у меня нет карт, зачем я пытаюсь открыть? Герои. В каким я предыдущем играл? Так, Sparrow я играл. Что-то пока я тут ничего качнуть не могу. Ладно. Теперь можно наконец-то поиграть с людьми. Кого бы выбрать? Мердок, Грукс, Гаджет, Декер, Твинбласт, Фэнгма. А, Твинбласт, Фэнгма занята. Стоит ли что? Играть или что? Или... Паша, когда карты на Portal 2 принимать будете? Позже. Стоит эту игру покупать? Ну, я не могу ответить за вас. Я бы поиграл в нее бесплатно. Да, то есть без... Ну, вот как фри-ту-плейные мобы, как в Доту играют. То есть я бы поиграл некоторые... Но, опять же, один матч довольно затяжно длится. И, ну, не знаю, я бы провел в ней, то есть, один матч в день. Вот так бы я играл в такую игру. Потому что я, в принципе, небольшой любитель мобы. Но я бы не сказал, что она совершенно неинтересна. Полный провал, вообще невозможно играть. Нет, такого нету. У нее свои фишки. Так, короче, персонажа я не могу выбрать. Подождите. Я хочу попробовать гаджета. Она выглядит довольно интересно. Наверняка я буду полным нубасом, играя за нее, как и за предыдущих, в принципе. Но меня это не пугает. Игры против игроков. Игроки против игроков. Полетели против игроков.
Зашел бот, скинул один ключ. По-моему, когда я только начинал стрим, он скидывал еще один. Это бот, это не наш бот, это бот Парагон. Он заглядывает на стримы, где стримит Парагон, и вкидывает туда ключик. Вот. Так что есть шанс получить. Но предыдущий был где-то минут 63 или даже 73 назад. Вот. Паша, она интересна лишь если нет других игр и не будет. Но насколько я знаю, на сцене мобы, ну, в жанре мобы не так много игр прям топовых, которые их играют. Это вот названы, все в чате названы Dota 2, Smite. А, LOL, извините, да, LOL. Ну, LOL, Dota LOL, ну, LOL, League of Legends. Dota 2, League of Legends, Smite. Что еще есть? Я не силен в мобы-играх, но я вот эти слышал игры. То есть прибавится еще одна. Что за люди? Что вас заставляет платить 4К за эту игру, когда... Первое, она будет free-to-play где-то летом. Уже есть бесплатные ключи, которые только что вкидывался ботом Парагона. Есть пакет с бонусами плюс доступ к игре за 800 рублей. То есть вообще, да, в нее не обязательно... Она сейчас, пока она в бете, за нее надо платить. Потом она будет free-to-play. Если, конечно, что-то не поменяется. А, HOTS, извините, да, HOTS. Но опять же, Dota 2, League of Legends и HOTS, они примерно, ну, похожи. Ну, есть различия, но похожи. Ну, вот. HOTS, правда, насколько я знаю, ну, вот у меня знакомые играли, а HOTS... полегче вроде бы, чем Dota 2 и League of Legends. World of Tanks True Moba. HOTS и HON. А HON что? HON? Hearts of... Hanoi of... Hearts... Ксох? Не знаю. Я не знаю, про какую игру вы говорите. Ну, да. Паша в 4К выглядит божественно. What? Что? Heroes of Neverwatch. Первый раз слышу, честное слово. Либо она очень новая, либо она еще не раскрутилась. Мертворожденная, вот пишет. Вот я ее первый раз слышу. Я вот слежу как-то за новостями в мире игровом. И ну, вот эту слышу первый раз. Super Monday Night Combat тоже от третьего лица с элементами шутера. Ну, кстати, да, но она, по-моему, в нее вообще играют. Shards of War. Она старая, до 2010 года вышла. Там везде стоит, что стримить, снимать и скриншотить нельзя. Вам эти сообщения все равно? Где? Где именно? В Парагоне стоит? Нам ключ предоставили для стрима специально. Я думаю, если бы мы такие сказали, нам нужен, мы хотели бы постримить, могли бы вы нам дать ключик? И нам сказали, да, вот ключик, но стримить нельзя. Но это странно. Нам бы сразу сказали, что стримить нельзя. Мы такие бы сказали, окей, тогда нам не нужен ключик. Такие дела. Хон вышла до Dota 2, после выхода Dota и Лола Хон умирает. Или Ксон, я не знаю, честно. Я настолько профан в этих делах мобовских, что... Ну вот видите, вы сами говорите, что он умирает. Так что, в принципе, на вот на текущей сцене у нас немного игроков, поэтому может укрепиться новый игрок, в принципе, без проблем. Если предоставить что-то вот отличное от, как это, изометрических вариаций, например, или какие-то новые схемы. А, ну, кстати, совсем скоро на сцену еще выйдет Battleborn, по-моему, он называется, да, вот от создателей Borderlands, забыл, как их компания называется. Вот, там тоже что-то будет, тоже надо посмотреть. Хотя говорят, что Battleborn, там по первым... Первые люди, которые добрались, говорят, что она очень супер ярко красочная, и ты порой вообще не понимаешь, что происходит. Что прям взрыв красок. Но, опять же, поживем увидим.
Черт его знает, надо посмотреть. Ну, то есть я бы не стал списывать Парагон со счетов. Вот так. Тут все выглядит симпатично, играется, может быть, медлительно, но есть... Можно еще вспомнить Demigod. Помню Demigod, помню хайп, который вокруг нее был. Даже немножко жалко, что игра как-то так загнулась, что ли. Вот. Самые популярные мобы — это League of Legends, хотя призовые на турнирах в Доте гораздо больше. Ну вот, вот. Demigod умерла, серваки пустые. Heroes of the Storm включает в себя все вселенные от Blizzard, StarCraft, Diablo и Warcraft. Да, там, кстати, очень интересно. Но она вот, она такая миленькая, я бы сказал. Вот Heroes of the Storm, вот прям как-то ты смотришь на нее, она такая... Играет твой друг, ты так из-за плеча смотришь, такой, как приятно, как мило все это смотрят. Какие-то человечки бегают, а все что-то так разговаривают, там какие-то фразочки кидают. Все как-то симпатично и... Что такое? Мы ожидаем одного игрока уже 100 секунд. О, начинается. Наконец-то. Вот. А в доту заглядываешь такое из-за плеча. Такой, что там происходит? Особенно в чат заглядываешь. Что там, мать его, происходит? Так, разбираемся. Мина-липучка. Врата скорости. Найти летающий робот после повторного использования останавливается, наносит врагам урон. Вот мне нравится робот. Хочу робота. Так, я стреляю какими-то электрическими шарами. А что делает мой робот? Ух ты, у меня есть вертолетик. Вообще шикарно. Он взорвался, черт. Очень медленно. Беги, беги, беги. Давай, разгоняйся. Карты не купил. Черт, черт. Ладно. Первый бой без карт. Вообще, надо сходить с другой стороны. Не пойду по миду. Пойду. Что такое? Что за лужица вот тут? Че, зачем это лужица? Старик, расскажи мне. О, мудрый старец, поведай мне, зачем лужица сия нужна? И не молвил ничего мне старик, да сбежал куда-то к альфа-контенту. Что это? Да, я тоже так могу, смотри, подвигаться. Everybody was kung fu fighting. Мы чего-то ждем тут? А, их можно бить. Отлично. Давай, робот. Ну, поиграй сперва с ботами. Кто тебе виноват? Никто мне не виноват. Что? What? Походу, это лужа инвиз. Инвизовая лужа. Тролл и... Отлично. Ники пошли. White Penguin. Че, отправим им робота? Отправим им робота. Ловите робота. Там уже кого-то убили. Еще робот вам. Так, мина-липучка. Пусть будет мина-липучка. Еще вам робота. Ты че кейсишь у чувака? О! Вот так вот. Еще вам робота. Ловите еще робота. Everybody was... Я про то, что ты ничего не понимаешь в доте. А я не говорил, что я что-то понимаю. То есть я понимаю принцип работы, но я не знаю про всех персонажей досконально, все их перки и прочее.
Ой-ой-ой, нас уже начинают подстреливать. Еще вам робота лови. Еще робота. Больше роботов. Паша фармер. Да, что-то фармер. А почему в нашу сторону не приходит мина? Мало манны. Врата скорости. Пусть будут врата скорости. Не знаю, что они делают. А, я их сейчас возьму и поставлю. Не в том месте я их поставил, ну ладно. Я так понимаю, мы тут два явно не танка. Паша, как манна кончится, сходи к той луже. Лужа? Ты где? Она где-то наверху была. Пошли к луже. Манна-то кончилась. Лужа. Ау. Где-то тут была. Это что такое? Это не лужа. Лужа вот там. А тут можно гусей в чат пускать. И чё? Чё-то я стою в луже и ничего как-то. Моя манна или нет? Так, я бросил человека на произвол судьбы. Нет, не то, не то, не то. Так, не хочу, хочу Тесла купол. Пусть пока качается. Ладно, улучшу мину липучку. Так, они тут движутся ко мне что-то. Стрелы вызвали. Подонки. Что-то я, по-моему, тут один вообще тусую, да? Да. Карту купи и ману и энерго. Ладно, пойду карту куплю. А то тут что-то как-то... Хотя тут что-то заметил. Ой, надо валить. Они уже Теслу вызвали, так? Дилибардируюсь. Так. Чё там мне говорят, надо... Так, куплю манну. Манну небесную. Пусть будет вот это. Диск, а, диск не могу. Не хватает очков. Два. Пусть будет как-то так. А, ну на улучшение у меня, видимо, уже нету. Да. На улучшение у меня уже нету. О, где-то башню уничтожили. Так, у нас по левому флангу вообще все плохо. О, я наконец-то могу получить центральное умение. Встанем возле кружочка. Пойду к кружочку. О, что-то появилось, что-то появилось. Что-то появилось. Что это? Идет сбор. Воу, я что-то собрал. Ей. А, ну да, это экспа же. Я еще что-то, сборщик пуст. Еще что-то собираю. Нет, не собираю. Сборщик пуст. Окей.
Так, сейчас. Тут что, что, что? До свидания. Здесь же можно какие-то харвестеры ставить. Но у меня не появляется никакой кнопки, чтобы его поставить. Или где-то его надо было купить. Короче, я нужный. Все. Я вот сам что-то собрал. Я так понял, что это разлетелось моим тиммейтом. Если я правильно все понял. Может быть и нет. Собираю я, видимо, именно, да, экспу. Так, что тут? Что тут? Кого тут? Че кого? Братишки. Харвестеры. Дюна. Так, давайте Теслу урбанем. Лови Теслу, бич! И робота еще лови. И что у меня еще? И мину еще лови. Все, короче, лови. Мы еще сломали им башню. Ну, типа, мы типа тащим. Вроде пока тащим. Только там на меду какая-то. Какая-то лажа. Мне там дают в чате какие-то советы, но я туплю. Сори, парни, сори. Игра высокотребовательная. У нас 970-е 4-гиговое видео GeForce'ина. Вот, и все. Вот то, что вы видите, оно у нас в 60 FPS. У вас не в 60, а у нас в 60. Так, отойду-ка я и сделаю опять все хорошо. И у нас все на типа максимуме, но есть еще режим эпик. Вот. То есть особо не ты. А ну к чему тут. Ой-ой-ой, мне кто-то по лицу дал. У меня съехали. Мина липучка. Так, робот. В тупые дауны вы чё встали? 2 на лоу хп, вы тупите идиоты. Чат никогда не меняется в таких играх. Так, кажется, ко мне уже. Ой, не то, не то. Ай-яй-яй-яй, не то, не то. Вот это ловите. Лови робота. Ай! Ай, Р, Тесла! Прям ворвались ко мне, ай! Вот, в общем, вот так вот разделывают. Чат как в доте. Да. А вот и рукомините, не урчи. Да, аудиторию уже завезли, можно переходить из доты в парагон. Все отлично. Так, карты. Посох источника. Маятник повелителя. Ускорение перезарядки. Не знаю, я бы взял. Мне нравится. Мана. Энергетический урон. Что-то не... А, у меня очки кончились. Окей. Окей, так, прокачаемся. Прокачаем. Мина липучка. УКМ. Нормально. Что там говорят? На меду надо, да? На меду? Уверен, что в это будут играть больше школьников. Да все в это будут. Ну, то есть, те, кто любит мобы, будут отчасти в это играть. Мне кажется, у игры будет своя аудитория. Ну, то есть, отличная от... И что тут я могу сделать? А, да. Вот это лужица. Идет сбор. Сборщик пуст. Ну, типа, я подошел и забрал. Еще лужица. Так, я напал на какого-то моба.
обмен. Так, тут как это, сейчас как ворвемся. Сейчас как ворвемся с Теслой-то, как ворвусь я. Бомбич! Бомбич, все кнопки долби! Способность не готова, просто ворвались. У-ху! Слились как нубы на лету. Ей! Отлично. Мне понравилось. Паша, у тебя водительские права есть? Да, есть. В этом году надо менять. Но еще не скоро. В ноябре, по-моему. Не менять, а обновлять. Обновление прав. Нет, не то я сделал. Так. Enemy has been stopped. Так, вы говорили, что вам не нравятся голоса. Давайте посмотрим. Все. Здоровье над персонажем. Показывать кадры в секундеры. Секундеры. Мышь. Звук. Регион. К сожалению, нельзя никак отключить комментатора, так что сорян. Паша типичный мой тиммейт фидит и радуется. Ну, сори. Дайте хоть раз порадоваться. Первый раз в жизни фидю. Воруйте у человека радость от фида. Если бы я еще знал, что это. Ну ладно. Кусты. Так, еще соберем. Мы все равно выигрываем, так что все отлично, ребят. Настройки звука, да, там битрейт в глаза попал. Чем мы тут? Поможем и качать врага своими смертями. Отлично, мой лексикон повысился на новое слово. Не знаю, буду ли я его когда-нибудь еще использовать, так как вряд ли собираюсь играть в доту. Но я стал на одно слово умнее. Альфа-контент. Да, для альфачей. Так, это что тут такое? Это что тут за хулиганство? Ну-ка. Так, а что, всех убили? Вон, пойдем Альту помогать. Мобы, привет. Ох ты, какой здоровый черт. Не буду на него нападать, он меня пугает. Помогу вот лучше. А, уже убили. Окей. Фит — это когда просто без боя взял и умер. И тебе не один раз от твоего персонажа врага очень сильно прокачиваются. Окей. Буду знать. Буду знать, что не стоит просто сливаться. Что за шарик был? Так, надо качнуться. Мина-липучка, врата скорости, пусть будет мина-липучка. Короче, все, что можно, поставим. Ой-ой-ой, тут все плохо. Ускорение. Ай, ускорение сломалось. Парень активировался. Подходим. Я не могу ускориться. Парни, прикройте! Да. Одному тут... Вроде шел к людям, а с добром. Но не затащили. Ну, плюс я играю за какого-то, скорее всего, суппорта. Потому что атакующих возможностей у него немного, но всякие какие-то штуки он кидать может.
Так, что у меня есть? 6 очков есть. Улучшу-ка я что-нибудь. Так вот. Большой альфа-контент. В шарах падает экспа с мобчиков. Да, я вот уже понял про экспу, которая качает моего. Дальность стрельбы поражает, но... Моба! Суппорт как на машине. Что? Что? Бери рэмпейджа, он тащит. Так, где опять все тиммейты? Почему я на миду и против меня двое? Пойду вот сюда, в кусты. Вообще все довольно красиво выглядит. Можно прыгать через расщелины. Ири! Бассейн. Буду, короче, фармить. А тут уже кто-то пришел. Тут уже кто-то фармит. Нет, Альт, там опасно, не ходи туда. Паша, сегодня же была перепалка с Ариком про айфоны. Так, давно новую передачу «Игромания за кадром». Да, давай новую передачу «Игромания за кадром». Да зачем? Мы за кадром такие же люди, как и вы. Это не, и это не перепалка, это просто, ну, спор ради спора. Что-то непонятное-то. Арику не нравится, что компания Apple выпускает айфоны каждый год. Ну окей, да, в его словах есть логика. Но также он иногда перегибает и использует довольно хейтерскую аналитику, скажем так, в отношении Apple. Ну вот. Что задевает меня. Потому что в целом мне посрать на Apple и на Android и вообще на всю эту войну. Ой. Надо бы отступать. Паша, нужен твой совет, купить iPhone или остаться натуралом. Останьтесь натуралом и купите то, что хотите. Не, ну если вы очень хотите стать не натуралом, то становитесь, это же ваш выбор, я не могу вас. Короче, опять выбежал из-за угла какой-то черт и меня опять затоптал. Я чувствую себя отвратительно и уже выхожу со двора мобы, скажем так. Мне вообще не нравится, что айфоны выпускают. Мне вообще не нравится, что что-то люди выпускают. Как вы посмели что-то делать? Перестаньте выпускать игры. Перестаньте выпускать айфоны, телефоны. Перестаньте. Вернемся в первобытный век. Будем бить друг друга дубинами, ходить в шкуре зверей. Отлично же. Шикарно. Far Cry Primal. Наше все. Я все время качаю урон. Видимо, я что-то делаю неправильно. Не, что-то не то. 0-4-0. Хорошо, хорошо играешь. Да, очень прекрасно. С людьми, конечно, тяжелее. Потому что я ни черта не понимаю. Вот наши сейчас скопились на правой стороне. Какой-то махач на правой стороне. Улучшить мину-липучку, которой я даже не пользуюсь. Нам, зрителям, интересно смотреть ваше обучение, поэтому хотим передачу за кадром. Да что ж такое с глазом моим? Глаз мой.
Ой, тут большой альфа-контент. Выглядящий как разжиревший гриндайзер. Не буду на него смотреть. О! Что это было? А, типа в этих кустах можно прятаться. Отлично. Ой, ко мне кто-то пришел. Этот герой больше похож на хедлайнера, как в Доте, но тут нет харда. Если по-русски, просто терпильный персонаж, который активно выдает проказ. Суппорт хоть как-то помогает команде. Ну вот из суппортческих... то есть это инжир обычный. У него есть какой-то дрон. У него есть ворота ускорения для напарников. И у него есть гранаты или пучки, или что-то типа того. Так, ну пошли, вроде нас тут побольше. Я в луже говна. Или что это? В луже маны. Типа я могу сделать как-то... Так вот. Нет, не хочу. Нет, отмени. Нет, отмени другую. Да, выключи. Да, черт, он все равно ее использовал. По привычке нажал перезарядиться и использовал, да. Продвигаемся вперед. Так, атака слева. Вообще что-то... Чё началось-то? Чё началось-то? Врата. Я... Отхожу. Капитан Цикло идет в бой. Но убежать тут вообще не вариант. Нет, все, вот эта игра поставила точку на моей моба-карьере. Мне уже неинтересно. Все в трон. 10 дубин из 10. Ворота ставить надо было. Да ставил, и черт ты разберешь. Не, может быть, просто персонаж не мой. Или игра не моя. Обычно стримеры хорошо играют, а он убегает от команды. Обычно комментаторы пишут всякие гадости, а он пишет что-то хорошее. Хотя нет. Я играю в эту игру первый раз. Я играю в мобу первый раз. Мне вообще посрать. Какая тактика, ребята? Какая тактика? Куда все убегают? Куда все убегают? Куда бегут все? Где вся тусня? Почему у меня нет отличных атакующих... атакующих атак? Погнали, в доту я тоже не очень хорошо играю. Нет, после парагона явно в доту я точно не пойду. Знаете, если мне в парагоне не преуспех, совсем не преуспех, то уж о какой доте можно заикаться? Там вообще сожрут. Пишет, он сложный. Ну да, мне
Мне кажется, я просто выбрал не того персонажа. Не ту игру, не тот день, не ту жизнь, не тот пол. Пригорает. Еще как пригорает. Я вам просто... Я, конечно, могу посильнее пригореть, но... Да кричи, давай пугать их фигней какой-нибудь. Какой-то хрен надо мной висит. Пошел в жопу. Да брось, опыт дает пользу, победы, наслаждение. Мне, во всяком случае, вот то, что я точно знаю, мне вот 100% не нравится этот персонаж. В следующий раз я им играть не буду. Обычно просто куда-то выстрелю и все. О, отвратительно. Мне отвратительно от того, что я отвратительно играю, и отвратительно от того, что все кругом отвратительно. Все отвратительно просто. Короче, я буду стоять сзади и не лезть. Не лезть на парагон рожон. А в какой игре преуспех с первой игры бывает? Подскажите, плиз. На самом деле, да. Уверен, что вряд ли вы ваш первый бой в Доте увенчался оглушительной победой, и вас сразу же взяли в лигу, и дальше в лиге вы выиграли 16 миллиардов, и вообще живете сейчас безбедно и комментируете этот стрим. Вот, потому что у вас, в принципе, много свободного времени, и вам не обязательно работать, вы можете сидеть, смотреть стримы. Не знаю, что я делаю. Я что-то делаю. Я же нажимаю на кнопки. Все, до свидания. Все отвратительно, все плохо. Понимаете, когда играешь, и когда все плохо, тебе тоже плохо. Да. Вы не думаете, что я тут кайф получаю. Совсем нет. Стул горит, я горю, пот капает, зритель негодует. Все плохо. А я пытаюсь вытащить с помощью третьей руки с каким-то шариком всю катку. Я просто буду ходить в центре и бить врагов. Ой, сзади пришли опять. Какой он большой! Я его боюсь! Ой, меня камень бросили. Поджарников, да, надо вызывать. Не пожарников, а жопарников. Все в огне, Паша. I'm fine. О, кто-то нам из портала пролетел. Игромания, ты меня только что продал. Ахаха, куплено. Что? Что я сделал? Я не знаю. Пожалуй, я убегу отсюда. Просто полюбуюсь цветочками. Стою на меду. О, еще один код вброшен в чат. С помощью official Paragon бота. И
У твоего перса есть попка? Где? Попка. Прости, я занимаюсь ерундой, чувак, я знаю. Ты, конечно же, хочешь полной отдачи от своих тиммейтов, но... Ну, мне страшно. Нет, не то. Ай, ко мне что-то летит. Что-то большое и страшное. И оно кинуло в меня что-то большое и страшное. Паша, стой позади толпы, и будет все норм. Вот, стараюсь, сейчас я им воротцев сделаю. Ребят, я сейчас вам... Я вам воротцев приготовил. Я вам воротцев принес, ребят. О, там ядро врага уже почти разбито. Ей! Давай! Паша, не слышу их, иди танкуй. Вы что хотите, чтобы игромания сгорела? Ой-ой-ой-ой-ой, да, назад. Не знаю, зачем я это сделал, но ладно. Проходим к ядру. Ну вот, опять ко мне кто-то пришел. Сейчас жму все кнопки, так проще всего. Два. Да что ж такое, нажал же лечиться. Не полечились. Паша, пользуйся стратегией от вас, да просто позволяй своей команде тащить. Я это и делаю. Я больше ничего не делаю. Ну, то есть я еще немножко сливаюсь, конечно, просто чтобы дать фору нашим противникам, потому что у нас довольно... Он решил напасть на большого гриндайзера. Потому что наша команда явно тащит, потому что мы уже добрались до ядра врага. Я даже не успею сейчас заспавниться, скорее всего, потому что ядро уже 13%, 12%. Ну, тут, видимо, все. Драка трехруких, несите попкорн. Я даже карты никакие покупать не буду. Лечилка не сработала. Вот. Паша, а правда говорили про эту игру, что она только на консолях будет? Говорили такое? Мне кажется, не говорили. Ой, что это такое? У меня какой-то OP баф. Какая интересная стратегия. И это идеальная стратегия. Все, ядро. Ядро почти разбито. А че я тут бегаю за непонятно за кем? Давай, беги. Я еще успею сделать хотя бы один удар по ядру. Или не успею. Давай сейчас влетаем. Теслу, влетаем. Давай. Тесла. Бум, еще хорошо. Мы победили. Это просто безоговорочная победа, но не моя. Я не убил ни одного. На этом я честно могу сказать, что мне не место в моба-играх, я ничего в этом не понимаю, но мне кажется, что Парагон вполне людям понравится. Ничего плохого я в нем не вижу, разве что надо целиться, хотя в
Доте тоже надо немножко целиться. Не так, конечно, но тоже надо целиться. Вот. Братюнь, ты рак. Да я в курсе. Я в курсе. Вы ничего нового для меня не сказали. Паша, позволим затащить. Я сделал все, что в моих силах. То есть в моих силах сливаться, тупить, играть с неподходящим персонажем, ругаться, бомбить. Все это я сделал, и мы выиграли. То есть тактика сработала, все отлично. На этом, я думаю, что можно закончить. Такой вот мой первый опыт игры в моба-игры. Видимо, я больше в них никогда не вернусь, потому что и без меня там хватает таких пряморуких людей. Вот, кстати, еще один ключик влетел в чатик, можете забрать. Сделал последнюю тычку патрону. Да я уже после, даже ульту не смог вовремя. Надо, я чуть-чуть бы прошел, активировал, было бы отлично. А так уже закончилось, а я еще там улил. В общем, вы видели. Вы видели человека, который ни разу не играл в мобы игры, но все, что я могу, это сражаться против искусственного интеллекта. Вот. Хорошо, что я не попаду в доту. Вот. На этом все. Спасибо, что смотрели. Вместе со мной познавали этот мир Парагона. Если вам понравилось... не успел на... Это Паша. Паша умеет признавать свои ошибки. Будь как Паша. Да, ну, по-моему... А чё кричать, что... Да это я весь стрим затащил! Да они вообще без меня ничего... Вот если бы я тогда... не бил мобов, они бы вообще ничего не сделали. Вообще ничего бы не смогли. Вот я затащил... Ну ладно, в общем, хватит дурака валять. Спасибо, что смотрели. По-моему, хорошая игра. Я не скажу, что шедевр, но мне кажется, аудиторию свою найдет. Моя любимая фраза – аудиторию свою найдет. Вот. Мне кажется, что все в порядке. С этой игрой будут люди, будут раки типа меня и будут тащеры типа чуваков из нашей команды. Вам отдельное спасибо, что затащили, а то бы вообще все было плохо. Еще бы и слились вообще. Домой уходить слитым. Нету, у меня же дома нету кнопки перестать сливаться, так что... Вот. Увидимся завтра. Как-то так. Вот. Будет Хердстоун, будет Fallout 4 однажды скоро. Я, может быть, уговорю Арика в Bloodborne поиграть. Вот. В общем, спасибо, что смотрели мои сливоны. Посмотрели на мои сливоны. Поменьше вам сливонов. Будьте про, тащите лучше, чем все. Вообще вытаскивайте катки на своих руках, ногах, плечах, голове, на своем носу, вот, на своем скеле, и вообще будьте богами, чтобы мы такие, пожалуйста, придите к нам на стрим, поиграйте с нами, мы такие лохи, а вы такие боги, пожалуйста. На этом все, спасибо, пока, боги, пока.